На корбы. Так, каждый человек выполняет свою задачу. Ну, тварь не Бог. Ты что, блядь, как вы впали? Ты думаешь, короче, блядь, что, блядь, обути человека, якого, блядь, хочется, блядь, выйти, блядь, живым, нахуй? Я вам давил наказ комбрига. Ты понимаешь, за что выйти? Ебать его в рот, нахуй, эту форму, эту галину форму. Какие, блядь, пацаны, блядь, ебать его в рот. Давайте мы выйти, блядь, не просто живым. Я вам давил наказ комбрига. Мне похуй, нахуй, твой, блядь, начальник. А где же ты комбриг? Сейчас приедет. Как приезжай, это начальники, мы берем своего, кто что говорил, получается, что он офицер, ну ты сдопал. Дивись, я тебе могу сказать, мы его, блядь, чуем, короче. Нам уже четвертый раз обещают, прикрытие, броню и все остальное, и постоянно мы голі, босі, без волосів виходимо оттуда. Надо даже минометка все тут сидит. Кто же нас покрывать будет? Блин? Поэтому я вам сказал, или так, или так. Нет, на нулевку нам уже вот такого хватило. Я хочу. Дай комбриг вместе с нами в окопы лезет. Давай вместе за мной, пойдешь? Тогда пойдемо. Пойдешь за мной? Я хочу что-то будет. Какое-то прикрытие. Давай вместе за мной, пойдешь? Да. На сколько километров дать? Я вот командир броню, у меня печать ебать. Если надо, что, да мне похуй твоя печать. Да мне тоже на тебя похуй ебать, если на то пришло, блядь. Ну, я же, короче, так, что ты вместе за мной. Я же не перехожу, блядь, на грубости, блядь. У вас есть знамя, оставляйте печати своим знамям. Да нема, распиздавали всіх офіцерів. А знами напередок, а нам що? Тоже як зараз? Ми розкопимо матеріал. А мы реально, блядь, расходим материал. Все, вы не едете? Заходить надо нормально, организованно. Я не собираюсь постановку с вами. Возобновить батальон. Так ми пишемо отказ, ми просто отказали. От хай приїжджає командир бригади і дає офіцеру з нами, і ми їдемо. Не хотіли. Нас вивели сюди на возобновлення. От настоящий офіцер, офіцер. Половина з госпіталя, половина без оружия. Там теж командир пішов. Брать офіцерів, хай з нами лізуть прямо в окопи. Тоді можна буде прикривати. А так, знаходиться вообще. Прямо на Міщенка з собою. Знаєш, у нас на м'ясо посувають. Камбрига, блядь, беремо з собою, нахуй. З зелененьким автоматом. Мені інтересно, а от це фіксувалось, що... Не треба мене знімати, алло.